Да вы охренели. Клин, у нас тут гости. Черт. Ну что, поумнел? И кто это у нас? Большой злой байкер. Я шиму еще раз. Ну что, брат, нравится? Давай, вломи ему! Уже не такой крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь. О, неплохо. Да. Ща мы его получим. Он у нас все поймет. Что, нравится? Да ну нахер валим отсюда. О, Господи. Ой, мамочки. Не-не-не-не. Мамочки. Эй. Извини, пожалуйста, да, я тихо, не знала. Тихо. Я просто глянула в твою сумку. Да все увидела нормально. И подумала, я же могла кого-нибудь убить. Ну. Господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Все в порядке. Я они уже свалили. Это в твоей сумке. Ты молодец. Я пыталась. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Связи не было. Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодой. О чем была речь? Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Хангри Джимс. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Буду иметь в виду. Конец связи. Убийцы и воры, все до одного! Сколько добегай. Вы за сегодня уже прикончили? Возвращаюсь, нужно прикрытие!
ебался! Наших бьют! Наших бьют! Геренаматов. Я таких уродов уже видел. Нужно с ними разделаться. Одного, кровожадные ублюдки. Thank you.
Заберу-ка.
Это последний. Все, больше вы уже никого не подкараулите. Ладно. Где вы спрятали свой бункер? Он же у вас точно радио «Свободный Орион». Правда освобождает. Многие из вас не застали времен Холодной войны, но те, кто жил тогда, знают, каково это. Услышав в небе самолет, люди всякий раз замирали от мысли «началось». Сейчас на нас бросят атомную бомбу. Ну и красная угроза, конечно. Каждый гадал о своем соседе. Кто он? Американский патриот или коммунист? Научил меня, что в тяжкие времена спастись можно только под землей. Первый бункер я построил с ним.
Но мы не могли копать убежище прямо во дворе, на глазах у соседей. Пришлось вырыть его в лесу, подальше от дороги, где никто бы на него не наткнулся. Если у тебя есть бункер, пусть хоть вся страна летит вверх тормашками. Ты просто откроешь люк, спустишься по лестнице и окажешься в безопасности с радио и хорошим запасом еды и патронов. Ничего не меняется. Лучше копать бункеры, чем могилы. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, Коп. И как? Помогло это ребятам из того бункера, который я только что зачистил? Не очень, видимо, потому что они умерли задолго до того, как я приехал.
чую по запаху гнездо где-то рядом. Вот так. Ну вот, порядок. Ты прячешься. Наверняка где-то здесь. Тебе нужна вода, значит, ты где-то у реки. Надо осмотреться. Oh.
Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Умница. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете! Я тебе говорю, я ее видела! Рассредоточьтесь, ищите! Освободим его!
Ты мой. Вся закрыта наглухо. Как же она выбирается? Лестница, точно. Давай. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Ну, зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но мисси Кинг жульничала. Лиза,
Ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе. А мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе, и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми, и... Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму. Подожди, здесь. Подожди, это твоя мама? Домой она не пришла. Так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Люди с оружием. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. И их убили? Их нет. О, нет, куча больных. Давай. Нельзя находиться. Нам надо идти.
чего-нибудь достоит. На байке ездила? Нет. Садись позади меня. Держись крепче. Дикон. Меня зовут Дикон. А, Лиза. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ты не очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Белнап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Будь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу. Поняла? Да, хорошо.
Это люди! Одну шлюшку. Да, сзади, сзади! Лиза! Слышишь? Выходи, уже все!